Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый блог. Мы находимся в Гурзуфе. Море все еще теплое, пляжный сезон продолжается. К нам пришел холодный циклон и температура днем около 20 градусов. Но это ненадолго. Обещают, что через несколько дней все наладится и будет опять тепло. Кто впервые собирается в Гурзуф, обратите внимание на наш горный крутой рельеф. В Гурзуфе довольно много подъемов и ступенек. Зато климат прекрасный, похож на средиземноморский. Впереди сентябрь, целый месяц бархатного сезона, самое ласковое солнце. Днем тепло, но на вечер пригодится толстовка или ветровка. Из фруктов сейчас сезон винограда и инжира. Цены на жилье в сентябре падают процентов на 30, так что это отличный шанс отдохнуть недорого. Thank you.
Друзья, всем огромное спасибо за ваши просмотры и комментарии. До новых встреч!